региона заинтересовались зарубежные ученые и наши коллеги. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией готовится к съемкам документального фильма о дикой природе Ненецкого округа. На следующей неделе ученые и съемочная группа отправятся на остров Колгуев. Сюжет первой части фильма будет посвящен перелетным гусям, которые зимуют в Германии, а на лето отправляются на север для гнездования. Документальный фильм будет транслироваться на общественном государственном телеканале Германии. Кадры, снятые в процессе исследования, также будут предоставлены для использования Ненецкому округу. Институт географии Российской академии наук совместно с Институтом орнитологии Макса Планка в Германии проводит орнитологические исследования на острове Колгуев с 2004 года.